Всем привет, друзья, и это видео по Фортнайту. В этом видео я захотел сделать челлендж. Я добавил в избранное всех боссов, вот, и поставил, чтобы они мне попадались рандомно. Здесь у нас есть Дэдпул, Мидас, Гриза, Динамит, Здоровяк и Мелускул. И какой нам попадется босс, на его локацию мы и полетим. И я постараюсь занять топ-1. Ну что ж, погнали. Ну что ж, друзья, вот уже загружается бой. И сейчас мы узнаем, за какого босса мы будем играть и куда мы полетим. И это Дэдпул. Окей, тогда летим на яхту. Наша задача занять с оружием босса топ-1. То есть у меня будет только оружие босса, хилки и все. Так, летим. Так, ну что ж, я уже вот лечу, и если мы будем не долетать, я могу использовать градирни, чтобы долететь. Но, по-моему, мы долетаем нормально. Так. Много людей летят на градирни. А, ну он что, использовал градирни, наверное, чтобы долететь до я. Ну а я идеально долетаю. Так. Ну все, подлетаем. Замаскируемся. Погнали искать босса. Давайте пумпу подберем. Джимпад. Давайте сундучок откроем. Так, фумаж. Давайте ломаем. И тут. Так. Где тут дырка? А где он? А где дырка? Алло. Блин. Реально, где? Куда он пошел? Ладно, давайте убьем бота. И узнаем, где. Так. Убираем карточку. Так. Что-то я его не вижу. Наверное, где-то внизу. Сейчас пойдем вниз. Так, патроны. Блин, мы еще не заняли. Так. Так, хранилище. Давай. Где Дэдпул? Блин. Его найти не могу.
Давайте еще одну работу. Ой-ой. Иди сюда. Так. А, вон. Понял. Все, наверху. Я все понял. Давай, открывайся, блин. Так, я хочу еще раз посмотреть инструменты. Так. Так, давайте используем градирование, полетели. Да что ж ты раскрываешься? Ой, я еще потерял. Классно. Мне нужны аптечки. Очень срочно. Так, давайте в воду. Так быстрее будет. Блин, тут не проплыл. Так, запиваем большую банку. У нас рисов немного. Но я думаю, добудем их у челиков. Так. Ну давай, скорее. Там челики стреляются. Так. Давайте сундучок откроем. Может, тут будет аптечка. А где сундук? Пофиг, короче. Ладно, уже не важно. Блин, мы не в зоне. Мне еще и хп мало. Мне срочно нужна аптечка. Так. Идем. Тут челики. А, вон лут вижу. Блин, ты. Ну-ка, блин, ты. Блин. Давай. О, птичка. Заберу. Так. Идем. Блин. Да что ж ты сделал? Почему я случайно не нажимаю? Так. Давайте настроим. Погнали. Сразу в зону. Надеюсь, получится затащить уже 17 ремейн. Так.
Давайте дерево. Да, где-то тут прям стреляют. Только что где-то прям здесь. Да, я понял. Ну да, конечно. Блин, я с такого расстояния хрен попаду. С такого я криво. Угон строится. Господи, у тебя пулемет. Ну реально имбово. Он походу с компа играет, я не знаю. У меня ресов нет. Я, пожалуй, смотаюсь аккуратно отсюда. Вот джемпад. Так, давайте джемпад возьмем. Опа. Ну да. У него был тактик нормальный. Ну что ж, давайте еще раз сыграем за другого босса. Погнали. Так, сейчас узнаем, за какого мы босса будем играть. И кто же это будет? И это Динамит. Ну что ж, сейчас мы полетим на нефтевышку. Погнали. Так, ну что ж, вот мы уже летим на нефтевышку. Так, ну вот мы прилетели. Давайте сразу замаскируемся, чтобы было полегче, потому что я не слышу. Опа, вот она сразу, мне повезло. Вот она. Где она? А вот она. Так, все, я ее вырубил. Так, выкидываю немку. Забираем ее. Лук. Так. Ага, все, понял. Блин, у меня ресурсов нет. Ладно, давайте так доплывем. Жалко, по этой лестнице нельзя, но давайте построим. Так.
карточку. Что я буду делать? Что-то мне там кажется, что не было. Открываем. Блин, тяжело остановить. А я бы его еще взял. Блин, я патрон не могу взять. Так. Открываем еще. Еще банки большие. Так, ну все, погнали. Блин, плохо то, что у нас всего лишь 4 большие банки. Ой. Так, лучше. Погнали. Ой, я не шел вообще. Отлично. Так. У меня пока 1 килл, уже 42 ремейн. О, сейчас грибочков покушаем. Так. Так. Так, отлично. Так. Блин. Ой. Так, отлично. Забираем аптечки. Так, все отлично. Так, на меня сейчас нападает. Я немного не понял, откуда. Еще и оттуда его стреляет. Где-то аэродроп рядом и вертик. Опа. Нифига там что делает, он даже не... Это серьезно. Ну да, Скар. У меня 50 хп осталось. Блин. Ну ладно. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.